При всех как бы изменениях и при сменах и коммунистической власти, и демократической власти, неважно, женщина в России, в общем-то, в привилегированном положении. Она как бы присутствует рядом и в политике. Это пример вот Валентина Матвиенко, которая все-таки спикер Верхней Палаты. И в жизни женщина рядом с мужчиной, и в храме на молитве, и в театре, и на выставке, и в жизни. Я не знаю, женщина никак не ущемлена у нас. Женщины и в политике, и дома. Они самые необходимые люди, потому что без женщин нет продолжения рода. Это раз, я не открыл Америку, не сказал, какой я умный, я такое придумал. Это придумала природа. И мы от этого не отходим. И в России у женщины место, если не первое, то второе, а чаще первое. Поэтому да здравствует российская женщина, самая свободная в мире, а может в Европе.